Шри Кришна Чайтанья Прабху Дая Кора Море
Thank you.
Девая.
Мы продолжим читать комментарии Шрилы Прабхупады к 8-12 текстам Бхагавад-гиты 13 главы. Природа, наслаждающаяся, и сознание описываются, качество знания объясняются. Итак, продолжение. Обладать терпением значит безропотно сносить любые оскорбления и бесчестия. Тому, кто стремится обрести духовное знание, придется немало претерпеть от людей, ибо такова природа материального мира. Даже Прохлад, 5-летний мальчик, который стал заниматься духовной практикой, оказался в очень опасном положении, когда его собственный отец воспротивился тому, что он стал преданным. Отец даже неоднократно пытался убить ребенка, но Прохлад терпеливо выдерживал все испытания. Человек, стремящийся обрести духовное знание, столкнется на своем пути со множеством препятствий, но он должен терпеливо сносить все, что упадает на его долю, и с решимостью продолжать свой путь. Практически тот, кто обладает терпением, его невозможно как победить такого человека. Все любые виды поражений связаны с тем, что человек не может терпеть, удовлетвориться своим положением или обстоятельствами, или какими-то людьми. И он впадает в какие-то очень сложные ситуации с этими личностями. И забывает о высшем долге. Так он сходит с пути. Сегодня распространенное явление — это обиженность. На этой почве сегодня, наверное, я думаю, не миллионы, а сотни миллионов людей ослабли, не способны действовать как-то активно и в знании. Обиженный человек отказывается от долга. Арджуна, он хотел отказаться от долга, был не согласен с таким положением вещей. Война — привычное дело для кшатрия, собственно говоря, но Арджуна подумал, это переходит все границы, мне что, придется убивать собственного деда, родственников? И он ослаб. Он подумал об этом. О каких-то обстоятельствах он сразу почувствовал слабость, сильную слабость. Не мог уже держать оружие в руках. Как же это возможно при таких обстоятельствах исполнять свой долг? Он обратился к Кришне. Собственно, это инстинкт духовный преданного. Не обижаться, не подать депрессию, обращаться к Кришне, когда человек чувствует слабость, неуверенность, потрясение какое-то. Но если он замыкается в себе, он больше не находится в сознании Кришны. Находится в майе, в иллюзии. Простота означает, что человек должен быть настолько открытым и прямолинейным, чтобы не бояться сказать правду даже своему врагу. Что касается обращения к духовному учителю, то это абсолютно необходимо. Ибо только следуя указаниям истинного духовного учителя можно постичь духовную науку. К духовному учителю нужно обращаться со смирением и служить ему, не жалея сил, чтобы, довольный нашим служением, он благословил нас. Духовный учитель является представителем Кришны, поэтому тот, кто получил его благословение, может, даже не выполняя все правила и предписания, сразу достичь духовного совершенства. Даже не выполняя все правила и предписания, сразу достичь духовного совершенства. В любом случае, ученику, который с полной самоотдачей служит духовному учителю, будет легче следовать правилам и предписаниям. Есть основатель ачарья в нашем движении. Очень важно почувствовать его дух.
там есть благословение парампары. Шрила Прабхупада, он добился невероятного успеха проповеди. Нам важно почувствовать, осознать дух Шрилы Прабхупады. Что касается вот этого слова «дух», Прабхупада объясняет его в введении к Бхагавад-гите. С этого он, собственно, начинает объяснять, почему он стал переводить еще раз, сотый раз какой-то, вот еще он должен был перевести, прокомментировать. Что много очень переводов, комментариев, масса. Только на английском языке сотни переводов и комментариев Бхагавад-гиты. Почему же еще один должен был быть такой вот комментарий? Написано, что все другие комментарии не касались духа Бхагавад-гиты как такового. И вот он объясняет, что же такое дух Бхагавад-гиты. Дух Бхагавад-гиты – это преемственность. В материальном мире такого духа не существует здесь. Смена поколения, она характеризуется противостоянием молодого и старого поколений, как отцы и дети, допустим. Старики не развивают отречения, не пытаются предоставить место молодежи. Молодежь должна как-то их сталкивать или подсиживать, или что-то предпринимать, найти какой-то выход. Здесь нет духа преемственности, здесь есть дух собственности, собственничества. И Арджуна, он предается Кришне, и спрашивает у него, что он должен делать. И вот как Кришна говорит ему, вот так Арджуна и делает. Это дух Бхагавад-гиты. Это дух сознания Кришны. Кришна – главное лицо Бхагавад-гиты. Он автор Бхагавад-гиты. Он источник этого знания. Арджуна – лучший преемник, близкий друг, духовный, вечный друг. Между ними идет беседа самая таинственная, сокровенная во всех мирах. Божественная песня. Кришна воспроизводит ее как божественную песню. Бхагавад-гита называется. И он объясняет, как нужно следовать, и почему это нужно делать, и что нужно делать человеку. Шрила Прабхупада, он проповедует западным людям успешно. Нам нужно научиться следовать по его стопам. Из всех учеников Бхагавад-гиты Сарасвати только Шрила Прабхупада смог это знание распространить по всему миру. Почему? Он понял его умонастроение, его дух. Об этом Бхагавад-гиты Сарасвати сказал еще при жизни, когда Шрила Прабхупада к дню его Вьяса-пуджи Бхагавад-гиты Сарасвати написал подношение. Это исторически важный как бы, документ для нашего движения, то подношение. Где он описывает свое понимание миссии, положения ачарьи. И как нужно принимать ачарью. И когда Бхагавад-гита Сарасвати услышал это подношение, он сказал сразу после этого, все, что он не напишет, печатайте, издавайте, распространяйте. Он понял мои намерения в сердце духовного учителя. Это было еще задолго до того, как Прабхупада выехал проповедовать западные страны. Итак, это дух парампары, преемственности. Его нельзя ничем остановить, если мы будем следовать по стопам предыдущих ачарьев. Никто не сможет остановить это движение. Если мы сами придумываем себе какое-то служение, сами придумываем какие-то другие настроения, опираясь на свою индивидуальность исключительно, мы можем потерять этот дух, преемственность. Индивидуальность должна служить Кришне. Наша проповедь не должна быть для чувственного наслаждения, а для того, чтобы люди узнали о Кришне. В этом суть. Не для того, чтобы мы прослыли учеными или святыми, или выдающимися проповедниками в нашем движении. Совсем не для этой цели мы проповедуем и занимаемся служением. А чтобы каждый человек узнал о Кришне и поверил в Него. Вот и все. Это то, что хотел Бхагавад-гита Сарасвати, Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур, Господь Чайтанья. Это его настроение. В каждом городе, в каждой деревне. Об этом речь идет.
Но если мы принимаем это движение для собственной славы, то мы не будем достаточно духовно сильными. В конце концов, станем обиженными на жизнь. Когда человек много работает и мало получает, он обижается на жизнь. Он становится расстроенным, разочарованным в жизни. Посмотрите, такие примеры есть даже среди практикующих преданных, разочарованных, расстроенных и обиженных, которые тоже много работали, может быть, что-то делали, но были не удовлетворены результатом. Но эта материальная платформа, она такова для всех. Все будут разочарованы. То есть призыв идет другой. Нужно встать на духовную платформу. Здесь описывается при помощи этих качеств. Качеств знаний. Что все остальное невежество. Чистота – необходимое условие духовного прогресса. Различают внешнюю и внутреннюю чистоту. Чтобы быть чистым снаружи, нужно регулярно совершать омовение. А чтобы оставаться чистым внутри, необходимо всегда думать о Кришне и повторять мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Это позволит человеку очистить ум от пыли, накопленной им кармы. Это чистота. Чистота от кармы. Постоянством обладает тот, кто полон решимости достичь духовного совершенства. Без такой решимости невозможно добиться ощутимых результатов. Самодисциплина означает, что мы не должны делать того, что может помешать нашему духовному развитию. Постоянно помня об этом, нужно отвергать все, что препятствует духовному прогрессу. Это истинное самоотречение. Чувства сильные, ненасытные, всегда жаждут удовольствий. Но мы не должны идти у них на поводу и предаваться излишествам. Речь идет об излишествах. Не о том, что просад должен быть невкусный. Излишества имеется в виду. Иногда преданные думают, что просад должен быть безвкусным, потому что это удовлетворение чувств. Потребности чувств следует удовлетворять лишь в той мере, какой это необходимо для того, чтобы оставаться здоровым и продолжать исполнять свои духовные обязанности. Самым важным, самым необузданным из всех органов чувств является язык. Тому, кто обуздал язык, нетрудно держать повиновение и остальные органы чувств. Язык выполняет две функции. Ощущает вкус и произносит звуки. Поэтому язык следует приучить к тому, чтобы он ел только остатки пищи, предложенной Господу, и повторял мантру «Харе Кришна». Это одухотворение языка. В этом случае мы уже осознаем не язык не как орган чувств, а как орган, служащий Кришне. Прямо через язык можем сознавать Кришну. Прямо через этот язык. Либо это речь, либо вкус просады. Что касается глаз, то они должны созерцать только прекрасный облик Кришны. Это поможет нам научиться подчинять себе глаза. Подобно этому, уши должны слушать рассказы о Кришне, а нос — дыхать аромат предложенных Кришне цветов. В этом суть метода бхакти-йоги. И как следует из данных стихов, вся Бхагавад-гита учит только науке преданного служения. Преданное служение — главная и единственная тема Бхагавад-гиты. Это была 12 глава Бхагавад-гиты «Преданное служение». И говорится, что Бхагавад-гита была уже закончена на 12 главе. Преданное служение — это финиш, кульминация. Вывод. Вывод. И все же здесь продолжается еще повествование. Эта глава, это 13 глава, описывает все на высшем философском уровне. Все то, что было сказано до этого. Недалекие комментаторы пытаются отвлечь ум читателя, обсуждая другие темы, но в самой Бхагавад-гите не рассматриваются никакие другие предметы, кроме науки преданного служения. Шрила Прабхупада
Он собирался, как я слышал, сделать второе издание Бхагавад-гиты с новыми комментариями еще, дополняющие, но не успел сделать. Ложное эго – это отождествление себя с телом. Осознав себя душой, отличное от тела, человек обретает истинное эго. Эго существует всегда, и нам нужно избавиться от ложного, а не от истинного эго. В ведических писаниях Брихата Раньяку Упанишад 1.4.10 сказано «Ахам Брахмасми» «Я есть Брахман, я Дух». Это «Я есть» ощущение своего «Я» сохраняется и тогда, когда живое существо, осознав свою духовную природу, освобождается из материального плена. То есть это «Я есть» не исчезает никогда. Ощущение своей индивидуальности и есть эго. Но когда это ощущение проецируется на иллюзорное материальное тело, оно превращается в ложное эго. Когда же ощущение своей индивидуальности связывается с реальностью, эго становится истинным. Некоторые философы считают, что нужно полностью отказаться от эго. Но это невозможно, так как эго — это наше «я». От чего следует отказаться, так это от ложного отождествления себя с материальным телом. Для других процессов это очень трудная задача. Необходимо достичь знания, подобно пламени свечи ровного. Вот так. Только и думать на тему Веданта Сутры. Никакого колебания. Для этого принимают отречение от мира, удаляются от людей. Чтобы просто познать отличие материи и духа. Ум должен стать вот таким неподвижным. Это йога. Гьяна-йога. Ваштанга-йоги его останавливают при помощи пранаямы и функции чувств, мышления чувств. Ум просто останавливается. И также аскезы практикуют йоги в холодное время года. Они погружаются по горло в ледяную воду и медитируют там. Ну, нужно научиться, конечно, такой медитации. Если человек не обучен, он погибнет. Не более получаса он может выдержать при такой температуре. Но йоги, они умеют отстраняться от тела, именно поэтому их стимулирует эта ситуация. В жаркое время года они делают наоборот, они вокруг себя раскладывают угли горячие под пеклом солнца. Мы видели такую ситуацию. Не в холодной воде, а именно вот вокруг огня сидел йог. В то время их было много на Говардхане, вокруг Говардхана. Там были сплошь леса, а сегодня там много уже построено домов повсюду. В то время там были сплошь леса в основном. И в этих лесах было много йогов. Там, где вот эта дорога уже идет на Радакунд, когда мы обходим, там не было никаких домов, леса. Много росло высоких кактусов, заросли были, тропы между ними, деревья, вриндаванские такие, причудливые совершенно, удивительные формы. И там среди них вот медитировали йоги. Мы видели такого йога, который сидел под палящим солнцем, невыносимым совершенно. Можно было сгореть только от одного солнца. И вокруг него были разложены эти вот источающие сильный жар, эти лепешки навозные, коровьи специальные для разжигания, как топливо. Даже близко не могли подойти. Он весь был абсолютно мокрый, под ним тоже были такие как бы вот лужи пота. Неподвижно сидел, медитировал. Такая суровая практика, чтобы отделить себя от тела. Когда вы попадаете под солнце, вы не должны чувствовать жара. Когда вы заходите в ледяную воду, вы не должны чувствовать ледяную воду. Должны оставаться в своем режиме. То есть чувства должны отстраниться от
объектов восприятия. У кого-то это получается, у кого-то не получается, но есть разные методы. Мы не практикуем такие методы. Это невозможно для нас, сидящих здесь. Никак. Арджуна тоже, что касается Бхагавад-гиты, не принял такой метод. Кришна сказал ему: ты кшатрий, сражайся. Сначала хотел уйти именно в лес, заняться аскезами, отречением, покаянием, очищением от кармы, вот этих всех политических интриг, дрязг, что описано в Махабхарате. Уйти в лес и очиститься, свой ум очистить от всех прошлых этих событий. Но Кришна сказал: ты кшатрий, это противоестественно будет для тебя. Кшатрий должен заниматься политикой, должен воевать ради защиты религиозных принципов. Это предназначение кшатрия, а ты собираешься уходить. Ну там мой дед, там учитель Арджуна довел аргументы. Если мы уничтожим их, разве мы будем счастливы? Разве мы получим счастье? Но Кришна говорит: ты должен делать не для собственного счастья, а ради исполнения долга. Ты пытаешься удовлетворить свои чувства таким образом. Это разрыв со Всевышним. А дхарма в любом случае будет уничтожена. Неважно, в ком она находится, в родственнике, в близком или в чужом человеке. Она все равно будет уничтожена. И кто это должен уничтожать? Тот, у кого есть такой долг. Это кшатри. И ты лучший из воинов. И ты пытаешься оставить поле битвы. Ты не сможешь медитировать в лесу после этого. Потому что тебя назовут враги трусом. Для кшатрия позор такой будет невыносим. Ты не сможешь сосредоточиться на йоге. Если ты не выполнишь свой долг, ты не достигнешь Всевышнего. Ты будешь обижен на судьбу. Ты потеряешь духовную силу. Ты потеряешь себя. Вот что произойдет. Необходимо также осознать, что рождение, смерть, старость и болезни являются источником страданий. О рождении живого существа говорится во многих ведических произведениях. Так Шримад-Бхагаватам очень ярко описано существование нерожденного младенца, его пребывание в утробе матери и муки, испытываемые им. Нужно уяснить, что рождение связано со множеством страданий. Из-за того, что мы забываем о муках, перенесенных нами в утробе матери, мы не пытаемся вырваться из круговорота рождения и смертей. Смерть также сопряжена со множеством страданий, о которых повествуется в священных писаниях. Люди должны обсуждать эти темы. Что же касается болезней и старости, то каждый из нас на собственном опыте знает, что это такое. Никто не хочет болеть и стареть, но болезни и старость неизбежны. До тех пор, пока мы не станем придерживаться пессимистического взгляда на материальную жизнь, помня о страданиях, которые несут человеку рождение, смерть, старость и болезни, у нас не будет стимула для духовного совершенствования. То есть те люди, которые не признают страдания этого мира, не готовы принять сознание Кришны. Отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы не должны испытывать к ним никаких чувств. Наши близкие – естественные объекты нашей любви. Но когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. Метод сознания Кришны – лучший способ создания в доме благоприятной атмосферы. Если человек обладает сознанием Кришны, он может сделать свою семейную жизнь очень счастливой. Так как метод сознания Кришны очень прост. Достаточно повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Питаться остатками пищи, предложенной Кришне, читать и обсуждать такие книги, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, и поклоняться Божеству. Эти четыре вида деятельности сделают нас счастливыми. Очень просто. Что не делать? Простые вещи. Мы также должны приобщать к ним членов своей семьи.
Утром и вечером все домашние, собравшись вместе, могут петь Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Если человеку удается, следуя четырем названным выше принципам, создать в семье обстановку, способствующую развитию сознания Кришны, ему не нужно уходить из дома и отрекаться от мира. Если же обстановка в семье неблагоприятна для духовного развития, то от семейной жизни следует отказаться. Ради того, чтобы постичь Кришну и служить Кришне, нужно жертвовать всем, как это сделал Арджуна. Арджуна не хотел убивать своих родственников, но когда он понял, что они мешают ему постичь Кришну, он последовал наставлениям Господа и вступил в сражение с ними. В любом случае, мы не должны слишком привязываться к радостям и горестям семейной жизни, ибо в материальном мире нельзя быть ни полностью счастливым, ни абсолютно несчастным. Счастье и горе – неизбежные спутники материальной жизни. И нам, как сказано в Бхагавад-гите, нужно научиться мириться с ними. Мы не в силах предотвратить ни того, ни другого. Поэтому, отрешившись от счастья и горя мирской жизни, нужно одинаково невозмутимо встречать и радости, и невзгоды. Обычно, когда человек достигает желаемого, он очень радуется, а когда его постигает неприятность, он огорчается. Но тот, кто находится на духовном уровне, всегда остается невозмутимым. Чтобы достичь этого уровня, необходимо стать непреклонным в преданном служении. А это значит, что мы должны, как говорилось в последнем стихе 9 главы, постоянно заниматься 9 видами деятельности. Слушать повествование Господа, прославлять Его, поклоняться Господу, выражать Ему почтение и так далее. У того, кто живет духовной жизнью, само собой пропадает желание общаться с мирскими людьми. Такое общение становится для него противоестественным. Да. Представляете, люди, они же чужие друг другу все. Они заключают союз между собой. Или вместе пытаются заниматься какой-то деятельностью. Но они не знают друг друга, даже себя не знают. Такая иллюзия, противоестественная вещь. И потом они просто страдают вместе. От чего люди страдают? Друг от друга в основном. О своем духовном росте можно судить по тому, насколько в нас усиливается желание жить уединенно, избегая общения с мирскими людьми. У преданного естественным образом пропадает вкус к занятиям спортом, к кино и светским развлечениям, ибо для него это пустая трата времени. Сейчас множество ученых и философов изучают проблему секса и другие проблемы, но, как говорится в Бхагавад-гите, их исследования и философские труды не имеют ценности. Подобное времяпровождение, по сути дела, лишено смысла. Согласно Бхагавад-гите, человек должен с помощью философского анализа изучать природу души. Наши усилия следует направить на постижение природы своего «я». Таков совет, который дает Кришна в этих стихах. Что касается самосознания, то здесь ясно сказано, что самым практичным методом самосознания является бхакти-йога. Преданное служение подразумевает существование сверхдуши и индивидуальной души, которые связаны определенными отношениями. Душа и сверхдуша не могут быть тождественны друг другу, по крайней мере, с точки зрения философии бхакти, преданного служения. Как сказано в этих стихах, служение индивидуальной души, высшей души, вечно, нитям. Таким образом, бхакти, преданное служение, вечное. И мы должны непоколебимо верить в эту философскую истину. Осталось немного прочитать, потерпите. Потерпите чуть-чуть еще, да. Аскеза, я понимаю. Бхагавад-гита — это большая аскеза. Гораздо легче есть просад. О том же самом говорится в Шримад-Бхагавата 1.2.11. «Ваданти таттатва видас таттвам яч гьянам адвоям». Те, кто постиг абсолютную истину, знают, что существует три ступени постижения Всевышнего.
его постигают как праман, параматму и бхагаван. Постижение бхагавана, верховной личности Бога, высшая ступень познания абсолютной истины. Поэтому в конце концов человек должен подняться на этот уровень и с любовью и преданностью служить Господу. Тогда он сможет обрести совершенное знание. Описанный здесь процесс познания подобен ведущей вверх лестнице. Первой ступенью, которой является развитие смирения, а последней — постижение высшей истины, абсолютной личности Бога. По этой лестнице поднимается очень много людей. Одни из них достигли второго этажа, другие — третьего или четвертого. Но до тех пор, пока человек не достигнет вершины и не познает Кришну, он будет оставаться на низших ступенях познания. Тот, кто стремится обрести духовное знание, но при этом не оставляет попыток сравняться с Богом, обречен на неудачу. Здесь ясно сказано, что получить истинное знание может только тот, кто обладает смирением. Считать себя Богом — высшее проявление гордыни, связанное с суровыми законами материальной природы. Живое существо со всех сторон получает удары. Но, несмотря на это, в невежестве своем продолжает мнить себя Богом. Поэтому процесс познания начинается со смирения «Аманитвам». Нужно стать смиренным и понять, что мы подвластны Верховному Господу. Восстав против Господа, мы стали рабами материальной природы. Каждый должен знать эту истину и твердо верить в нее. Шрила Прабхупада рассказал Тамал Кришна Госвами в личной беседе. Он говорит, представляешь, сколько вселенных выдыхает Махавишну? Нельзя сосчитать. Ну, сравнивается с пылью в воздухе. Никто не сосчитает. Из пор его кожи, Махавишну, выходят эти семена вселенных и распространяются. И мы находимся только в одной из этих вселенных. И сколько планет в этой вселенной? Если взять такой участок неба, ну, скажем, квадратный сантиметр на вытянутой руке, направить туда электронный телескоп, мы не сосчитаем планеты. Но можем только на одной планете, этой вселенной. И на этой планете есть много деревень, много городов. Но мы находимся только в одном городе. В этом городе столько домов, столько улиц. Мы только в одном доме находимся. В этом доме еще много этажей, может быть, столько квартир. И мы в одной квартире находимся. И даже эту квартиру не можем целиком заполнить. Мы либо на кухне, либо в туалете, либо в зале, либо в каком-то кресле. И мы сидим на унитазе или в кресле и думаем, что я Бог. Прабхупада рассказывал такую аналогию. Как же развить это смирение? Если Прабхупада говорит, что без преданности Кришне это невозможно, потому что когда человек поднимается по лестнице вверх, он себя чувствует все больше и больше. Кто? На второй ступени. Он уже думает, я на второй ступени. Не на первой. Каждый думает. Кто-то на четвертой думает, ну, первая, вторая, это для меня уже. Это все растущая аханкара. Если он не закрепится в преданном служении, не посвятит себя Кришне именно это служение, он снова столкнется с тем, что ему нужно заново развивать смирение. Опять нужно повторять то же самое. И снова эта гордость, куда ее девать вообще? Она растет. Как только денег больше в кармане, эго такое же становится. Да что ж такое? Вот нет денег, человек смиренный. Вот дай ему хоть немножко, он же все самостоятельно совершенно, совершенно. Что же с этим делать? Поэтому говорится, нужно принять духовного учителя. Нужно служить Кришне, верховной личности Бога. Никогда не возгордимся, если мы сознавать положение Кришны и свое положение.
Хорошо? Какие будут вопросы? Гуру Махарадж, вопрос про преемственность. Как формируется духовная преемственность и в какой момент духовный учитель понимает, что преемственность состоялась, ну, и может спокойно? Все, что мы делаем для кого-то. Мы, конечно, для Кришны делаем все это. Но что это означает для Кришны? Все, что мы делаем для Кришны, Кришна дает всем. Это Кришна. Он заботится обо всех. Зная это, все, что мы сделали в этом мире для Кришны, мы должны это передать для всех, чтобы все это получили в надежные руки. Называется преемственность. И кто-то принимает это как традицию и следует ей, чтобы продолжать традицию и увеличивать ее. Это преемственность. Там нет конфликта. Преемственность нет конфликта. Это нет, не революция. Потому что мы снимаем одного президента, ставим другого президента. Снимаем этого президента, ставим третьего президента. И так мы их снимаем и ставим. Это не преемственность. Это материальное сознание, не сознание Кришны. Но чтобы преемственность работала, нужно передавать самое лучшее. Нужно выяснить, что самое лучшее для людей, для меня и для всех. Хорошо это изучив, мы понимаем, что бхакти-йога — это лучшее, что можем передать людям. Это будет цепь ученической преемственности. Передается бескорыстно и бескорыстно принимается. Все, что принимается, передается дальше. Гурудев, я хотел уточнить, то есть я имел в виду духовную преемственность именно в ИСКОН. Не в принципе преемственность духовную, а именно в ИСКОН. То есть, например, у Бхагаваты Сарасвати было много учеников, да, и Шрила Прабхупада услышал. То есть как вот это вот формируется, вот эта преемственность, когда вот учитель понимает, все, есть преемник. Нужно поднять вопрос. Через Шраванам Киртанам все происходит. Преемственность означает, что мы получаем знания на слух, слушая духовного учителя. Это преемственность. Как понять, слушает преданный или не слушает? Как он слушает? Качество слушания. По его действиям потом. Тот, кто слышит, он будет это делать. Пытаться изо всех сил. Значит, это преемственность. А почему тогда среди учеников Бхагаваты Сарасвати так ярко проявился только Шрила Прабхупада? Хотя все они слушали. Это нет. Это особый случай Шрила Прабхупада. Это основатель Ачарья. Мы не думаем, что все остальные ученики, они вне преемственности. Но это особый случай, особые полномочия нужны были, чтобы проповедовать по всему миру. Даже Бхагаваты Сарасвати не сделал это. Он это доставил следующему. Он готовил это для следующего ученика. Это просто особый случай. Это не умаляет как бы, ну, чистоты его учеников, остальных. Гуру Махарадж, можете пояснить немножко, как отличить, когда мы входим в ложное отречение, либо же отказываемся от своих привязанностей? Ну, я имею в виду родственников, там, мужа, ребенка, там, ну, тут говорилось про жену, да, детей.
Ложное отречение — это временное отречение. Шрила Прабхупада рассказывает, что это нередкий случай случается в Индии, когда человек отрекается от семьи и идет жить в святое место какое-то, в Дхаму или Тиртху. И там он снова заводит семью. То есть это не постоянное отречение. Чтобы достичь постоянства в отречении, истины, нужно быть очень привязанным к Кришне. Иногда преданные говорят, вот могу ли я бросить эту работу? Я не могу там больше уже. Не хватает ни терпения, ни сил вообще. Кармическая работа. Когда я спрашиваю, а чем ты будешь заниматься, не знаю. Нет, мы ничего не бросаем. Мы просто принимаем обязанности выше. Если у тебя есть обязанности выше, можешь оставить обязанности, которые ниже. Но если ты просто бросаешь выполнять свои обязанности, не зная, чем будешь заниматься, это наивно. Это глупо. Незрелый разум. Также некоторые говорят, хочу принять саньясу. Почему? Устал от семейной жизни. Это не повод принимать саньясу. И просто надоело вот жить вот этой материальной жизнью. Мы хотим от нее отречься. Это не настоящее отречение. Это привязанность и отвращение называется. Это все еще материальная платформа. Отречение — это свобода от двойственности. И если мы не привязаны к Кришне, как мы освободимся от двойственности? Поэтому нужно выполнять свои обязанности и материальные, и духовные, пока мы не разовьем эту привязанность сильную. Все остальное происходит естественным образом. Нам даже не нужно голову ломать об этом. Мы зависим от личной жизни, но также можем зависеть от Кришны. Точно так же. Если бы Кришна не существовал, то мы бы сказали, что это невозможно было. Было бы фэнтези. Но Кришна же существует. Значит, это возможно. Хари Кришна, примите мои поклоны. Гуру Махарадж, помогите разобраться в таком вопросе. Мы занимаемся преданным служением, бхакти-йогой, для того, чтобы развить личностные отношения с высшим аспектом абсолютной истины Верховной Личности Бога. То есть мы учимся с Ним, строим отношения через поклонение божествам, предложение пищи, через другие анги. То есть стараемся быть с Ним в отношениях. А есть такая раса, как шанта-раса, нейтральная раса. Мы как преданы, как рапануги. Мы можем быть в шанта-расе? Или шанта-раса на Галоке Вриндавана какая-то особенная? Или у меня неправильное понимание шанта-расы? Шанта-расу Господь Читания отверг. Веккали именно. Это любовь к Богу, это настоящая раса с Кришной. Но веккали в силу того, что доминирует имперсонализм очень мощно в умах людей. Шанта-расу понимают имперсонально. Им трудно объяснить шанта-расу. Поэтому Господь Читания начинает с даси-расы сразу. Шанта-раса называют пассивная любовь. И это кажется умозрительно, близко к растворению, так понимают люди. Поэтому дальше раз. Нам дается дальше раз. Дальше, дальше, но дальше. В дальше расе шанта включена уже. Она там присутствует.
Шанта означает, что любовь, она пассивна, не активна, но это полное осознание принадлежности своей Кришне. Кришна может делать все, что хочет со мной, что пожелает. Я просто инструмент в его руках. Шанта. Ко всему живому это очень добрая, глубокая доброта ко всему живому. Имперсонализм, он холодный. Там нет любви. Но уточнение можно? Мы, как практикующие бхакти-йогу, можем оказаться теми дживами, которые находятся в Шанта-расе на Голоке Вриндавана? Почему нет? Вот, мне кажется, у меня какой-то конфликт в этом. Конфликт с Шанта-расой? С пониманием. То есть мы же развиваем отношения с личностью, а там нет непосредственного контакта. Вот, я же говорю, это трудно сейчас тебе объяснить, Шанта-раса. Почему ты думаешь, что это не связано с личностью? Шанта-раса, раса, отношения. У Кришны гирлянда на шее — это Шанта-раса. Как это не связано с личностью? Флейта у него в руках. Так много там проявлений Шанта-расы. Тебе нужно сначала понять отличие материи и духа. Похоже, что ты видишь разницу в духовном мире между деревом и формой, скажем, человеческой. Поэтому так мыслишь. Кто хочет стать коровой в духовном мире? Никто. Это просто корова. Вот что происходит. Поэтому пока найдите, мы давайте, не будем спешить. А вы знаете, что между коровой и человеком в духовном мире нет разницы? Не корова, конечно. Там нет мужчин и женщин, нет коров, правильно ты говоришь. Там есть раса. Но пока вы это не можете понять. Как-то помним вашими брахмачарьев, пили горячее молоко, читали книгу Кришна, и я еще не был инициирован. А те, кто читали, обсуждали, были инициированы, я их слушал. И кто-то спросил: «А расе? Как ты думаешь, какая у тебя там раса?» Ну, подумал этот лектор наш. Сказал: «Не супружеская, нет, дружеская раса». Другой тоже подумал, инициированный, так видел. У меня, говорит, тоже дружеская. У всех оказалось дружеская раса. Я подумал: вот это да. Они уже расу знают, о, они уже инициацию получили. Я рассказал это Матаджи потом. Когда был другой на Махаде, там были женщины. Я сказал, что они спросили меня, что вы там читаете, что. Я говорю: там уже, ну, расы обсуждали. Они: серьезно? И кто в какой расе? В дружеской. Сакья раса. Все вот знают уже расу. Так, нам тоже нужно подумать, сказали женщины. И все оказались супружеской расе. Тут я что-то заподозрил после этого. Хотите размышлять о расах? А что такое раса? Знаете, что слово раса санскрита, на санскрите, эквивалента не имеет на русский язык. Нет эквивалента. И на английский тоже эквивалента нет. Есть просто какие-то синонимы, какие-то объяснения. Но эквивалента не существует, пока человек не достигает этого уровня расы. Он не сможет это слово распознать. Видели, как удав глотает кролика? Вот это раса.
Нет, нет, не буквально, понимаете. Это негативный пример. Но он разве бегает за кроликом? Скажите, удав. Носится по всем джунглям за кроликом. У него нет ног. Он просто находит его и смотрит на него. Все. Кролик сам идет к нему. Вот это раса называется. Если вы начинаете воспринимать Кришну, просто идете к нему. Одна женщина, это я с ней лично встречался, помню, в городе Пермь, как-то она привлеклась, она шла на работу. Она мне сама рассказывала. Ну, то есть приличная женщина, там какая-то у нее работа, вот, ходит, работает. Хорошо одетая, все как надо. Не такая, не юная уже, серьезная. А тут Радхаятра идет перед ней. А ей некогда, она спешит на работу. Не-не, я пробегу. Ей, конечно, интересно, что там праздник какой-то, колесница. Но она спешила, она опоздала на работу. Она пробежала мимо Радхаятры, потом против собственной воли пошла обратно, задом наперед. Шла за Радхаятрой всю дорогу задом наперед. Сама не понимала, что происходит со мной. Я иду на работу. Почему иду обратно? Так она привлеклась сознанием Кришны. Это называется раса. Вы ничего не сможете сделать, если вы ищете эти расы. Вы больше не будете спрашивать про своих мужей, детей. Вы больше вопросов не зададите таких. И про коров тоже не спросите ничего. И вы скажете, да, я хочу стать просто травинкой. Вриндава, не навечно. Это раз. Выбираем, кем стать там. Это раса, что ли? Это ложное эго выбирает. Что там престижно? Там нет престижа. Там есть раса. Кришна всепривлекающий. Если вы хотите материальной жизни, успешной, не ходите на берег Ямуны. Не приезжайте во Вриндаван. Вриндаван парк тоже. Тут о Кришне речь идет. Не дай Бог раса переключиться с вами. Ну все, конец материального существования. Даст навечно все. Раб, Божий раб. Это нас не расстраивает, нет. Ты же задавал уже, кто не задавал? Гуру Махарадж, я хотела вот уточнить в продолжение вопроса Нитаймангала. Прабху, все-таки такая очень глубокая тема. Когда говорили о Шриле Прабхупаде, о преемственности, вы сказали, нам нужно научиться следовать по стопам Шрилы Прабхупады. Вот что для вас следовать по стопам Шрилы Прабхупады? По стопам Шрилы Прабхупады? Что это означает? Это ачар, то, что мы вот изучаем, жизнь Шрилы Прабхупады, его наследие, его проповедь, его лилы. Прабхупада Лиламрита есть, да, произведение. Есть и ученики Прабхупады, которые также они что-то пишут, рассказывают. То есть это не кончается. Мы изучаем вот его лилы, его учение, видим его преданность духовному учителю, видим, какие он примеры приводил в проповеди, как он отвечал на вопросы, какие аргументы и прочее, прочее, прочее. Это следует по стопам. Следует по стопам. Замечали, что если мы проповедуем и выдумываем что-то, это не так эффективно, как если мы приводим, скажем, цитату из того, что Прабхупада говорил, из комментариев, из лекции. Сразу работает. Это значит идти по стопам.
И когда мы уже проникаемся этим настроением уже глубоко, то, конечно же, проявляется индивидуальность. Она потом проявляется, эта индивидуальность. Сначала проявляется обусловленное наше положение в преданном служении, наши материальные характеры, наша материальная природа. Кто так подобен кшатрию, кто-то подобен браману, кто-то подобен вайшье, кто-то подобен шудре, когда он проповедует. Это в начале. Но когда мы больше и больше проникаемся священными текстами и комментариями в начале Шрилы Прабхупады, в той степени проявляется уже духовная индивидуальность, которая берет власть над нашей материальной природой. Неважно уже, кто там, кшатри, браман, шудра, вайшья, не имеет значения. Если вы хороший, опытный музыкант, можете сыграть, как Паганини, на одной струне. Классику. Шудра не имеет значения. Не можете сыграть в этом теле классику. Сознание Кришны. Это духовная индивидуальность. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как развить искренность в духовной практике? То есть, чтобы она была не для себя, а для Кришны. Как развить искренность? Методом проб и ошибок можно это сделать. Можно отстроить себя искренне, как мы понимаем сейчас. Мы уже как-то понимаем это слово. Вот так мы себя настроим на искренность. Это внутренняя честность перед собой, перед своей душой, то есть недвойственность, нелицемерность, да? Не то, что мы думаем одно, говорим другое и так далее. Дипломатия. Не лицемерить, не обманывать себя других. Но насколько глубока эта искренность, покажет практика общения с преданными. С преданными и с непреданными тоже. И тут выясняется, что я в каких-то моментах все же недостаточно искренне. Снова работаю над этим. Это в практике. Метод проба и ошибки. Есть другой способ. Другой способ. Ну, видимо, нужно использовать все способы. Другой способ, он более эффективный. Если мы внимательно служим искренне преданным. Служением занимаемся искренне преданным. Эти качества, которые они имеют, через служение переносятся в наше сердце. Очень быстро. Без проб и ошибок. Иногда кажется, что старшие преданные, они как-то отстранены, что ли, от нас. Может быть, не так ценят. Они старшие, что как они нас смотрят. Кто мы такие для них? Они могут пройти мимо, не посмотрев. Однажды на фестивале я пришел давать лекцию, Черноморский фестиваль, всероссийский. Это была аудитория, где Пурначандра Дас Госвами также давал лекции. У него была очень хорошая гармония, с собой привез ее. Просто шикарная гармония. У меня не было никакой гармонии. Я пришел в эту аудиторию. Он уходил в это время, потому что моя очередь продолжать. Он посмотрел на меня внимательно два раза. И сказал, у тебя нет гармонии. Я говорю, да, нет. Я могу тебе оставить гармонию. Но только нужно будет мне в номер принести после этого. Тоже кто-то из учеников сказал, нет проблем, мы сразу принесем, все нормально. Мне было так, знаете, как-то приятно очень, что он заметил это и сам предложил вообще, кто я такой, с вами свою гармонию принести лекцию. И эту гармонию упаковали после, отнесли ему в номер. На следующий день я также прихожу и думаю, что, наверное, повторится та же самая история.
Но я пришел, не было там уже никого, и гармонии тоже не было. Потому, ну, он раньше ушел, ну, все нормально, что тут. Но что-то было, надежда же была, что у меня будет гармония. Все, что было, она не исполнилась, эта надежда. Никто не виноват, все нормально. И я тоже забыл об этом. Мы как-то там провели лекцию, все равно. Следующее утро, где-то 4:30 утра. Да. Да, нужно было уже бежать на Мангаларати. Стук в дверь. Ну, кто может прийти в это время? Открываю дверь, никого нет. Внизу кто-то, в поклоне. Пранчан Дас Госвами. Что случилось? Я тоже кланяюсь. Говорит, извини, вчера я тебе не ставил гармонию. Ты, наверное, подумал, что я, ну, что-то... Видите? Что такое преданное служение? Что такое преданное? Если вы, если мы с вами научимся видеть их сердце, эти качества, они придут к нам. Если мы будем думать о них как о обычных людях, ничего не произойдет. Мы же думаем что-то друг о друге. Большая часть того, что мы думаем, неправда. 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 Если мы не общаемся вместе должным образом, а думаем друг о друге, то в Кали ум становится негативным. Он не думает, не будет думать позитивно. Будет отмечать какие-то недостатки и накапливать их. В Кали-югу ум работает в негативном направлении. Адская машина называется. И как выясняется, когда преданные вот так надумывают что-то, потом ссорятся, и когда выясняется отношение, оказывается, они просто не общались достаточно. И что-то придумали друг о друге. И убедили себя в этом, укрепили себя. Так действуют наши качества негативно. Они побеждают ум, проникают туда. Поэтому, если мы общаемся с преданными должным образом, правильно, мы увидим, как сказал Гопал Кришна Госвами, сказал важную вещь для тех, кто ссорится. Он сказал, все равно у преданных больше хороших качеств, чем плохих. Не забывайте об этом. Не обесценивайте друг друга. Мы сможем быстро развить так хорошие качества. Гуру Махарадж, в читании Чаритамрити Мурари Прабу, освобожденная душа, он мог листать львов по щекам и петь Хари Кришна и не бояться, что с его телом что-то произойдет. И меня это так как-то впечатлило. Получается, возможно ли нам достичь освобождения, ну, находясь в материальном мире, чтобы вот так вот не отождествлять себя с этим телом? Потому что ты заболеваешь, у тебя какая-то температура, и ты уже Хари Кришна тяжело повторять. Ну, мы уже освобождены, Прабхупад говорит. Вы уже слуги Кришны. Думаешь, слуги Кришны не болеют, что ли? Ну просто как вот так вот... И Кришна бросит больного преданного, да? Ты думаешь, на произвол судьбы? То есть освобождение — это твое личное дело, а Кришна говорит, это твое личное дело. Я тут ни при чем. Да, почему так отделяешь себя от Кришны? Кришна знает, что ты можешь, что не можешь. Он защищает твое преданное служение, если ты искренне настроен. И неважно, болеешь ли ты или не болеешь. Кришна не болеет, не стареет, такой же сильный, такой же красивый, как всегда. Мы состаримся, он будет такой же юный. Чего боишься? Что тебя бросит Кришна, когда ты состаришься?
станешь некрасивой. Его это не беспокоит. У него рядом Радхарани. Ну, а нужно ли нам стремиться вернуться в духовный мир, или просто нужно хотеть преданного служения вот Мурари Прабху, да? Не затягивай процесс. Не затягивай процесс. Понятно, если ты в полную силу занимаешься преданным служением, ты уйдешь к Богу. Это понятно, без комментариев. Это естественно. Если ты всю жизнь служишь Кришне, как ты не идешь к Кришне? А куда ты пойдешь? Понятно, что пойдешь к Кришне? В этом направлении. Все преданные идут в этом направлении. Это не вопрос даже. Но мы не должны затягивать этот процесс возвращения к Богу. Это важный момент. Лучше стремиться в этой жизни вернуться к Богу. Не откладывая. Откладывание — это, ну как, некая такая духовная лень, что ли. Нерешительность. Другое дело, если, скажем, ты становишься ачарьей большим, и ты хочешь завершить миссию, это другой вопрос и все. То тебе, может быть, нужно еще вернуться, чтобы завершить миссию. Может быть и нет. Может, ты передашь кому-то другому. Но всякое бывает. Это должна быть какая-то причина. Если такой причины нет, зачем оттягивать? В этой жизни возвращаться. Махараш, можно из трансляции задать вопрос? Как на практике применить высказывание «пусть будет лучше горький Кришна, чем сладкая Майя»? Как на практике что сделать? Как на практике применить высказывание «пусть...»? Применить? Да. Что значит применить? Ну, может быть, понять. Пусть будет лучше горький Кришна, чем сладкая Майя. Да, что тут мы можем поделать, как что-нибудь переменить? Это просто происходит с нами. Как я могу на практике переменить свою судьбу? Да что я могу с ней поделать вообще? Так же и Кришна. Мы в его руках находимся. Это он нас переменяет, не мы его. Ну, так нас всех переменит как надо, и все. Как я могу его применить, куда, я не знаю. Почему преданные так мыслят странно? Есть восходящий процесс, Прабхупад объясняет. Вы знаете, есть нисходящий процесс. У нас Пушти Марг — это движение Господа Читания, путь милости, нисходящий процесс. Вот недавняя же история была, да, что преданная с ребенком идет, ученица Прабхупады, и Прабхупада видит, как она вот должна вот не спускать его с рук, там вот занят, он ей говорит: о, время привязанностей. Это время привязанности. Так нужно жить сейчас, в это время. А потом говорит, что ты знаешь, что есть разные отношения гуру-ученик. Есть отношения обезьяны, есть отношения детеныша, есть отношения кошки и котенка. Как ты думаешь, какой из них лучше? Я не знаю, что за отношения. Прабхупада ей объяснил коротко, что обезьяна, детеныш, он сам держится за мать. Он слабый, но, собственно, он должен держаться. Что она его не держит. Она также продолжает двигаться, прыгать с ветки на ветку, и он должен держаться сам за нее. Наверное, в Вриндавне вы видели эту картину. Это отношение обезьяны. А кошка, она держит сама этого котенка и несет домой. Тогда, говорит, я подумала и сказала: Прабхупада, отношение кошки и котенка лучше. Говорит: да, правильно. Вот так. Это восходящий процесс. То есть нисходящий процесс. Нисходящий тоже есть, как садхана бхакти. Две опоры есть, да? Две рельсы. Так называют. Это садхана бхакти. Мы собственными силами двигаемся вверх. И крипа. Садхана и крипа. Крипа означает милость, милосердие. То, что мы не можем, за счет крипы продвигаемся.
Вы увидите со временем, когда обернетесь назад через какое-то время на свое служение, вы удивитесь, что, оказывается, была одна гриппа. Я ничего не сделал правильно в своей жизни. Я лишь пытался это делать. Только гриппа. Большинство из нас только гриппа. Значит, что кто-то нас держал за шиворот и нес домой. Мы занимались при этом служением. Да. Переменяли Кришну. Когда был ребенком, меня отец посадил на колени, он был за рулем в машине. И теперь за руль поедем. Я взялся за руль, машина поехала, о, как все легко. Когда нужно, сама остановилась, когда нужно, повернула. Это крипа. Мы ни одной вещи не можем сделать полностью правильно. С духовной точки зрения. Один преданный сказал: Прабхупада, я пуджарю в храме, служу Радхе и Кришне. И иногда я совершаю оскорбление. Что делать? Прабхупада так удивился, говорит: ты служишь Радхе и Кришне? Да. Так это и есть оскорблять? Иногда, говорит. Это уже оскорбление. Но так или иначе, говорит, служат моего имени, и Кришна примет это. То есть мы пытаемся, конечно, пытаемся. Важно, садхана должна быть. Вот. Но есть также крипа. Она нас и применяет. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо за лекцию. Я хотел поговорить о смирении. Основа воспитания в себе – смирение. И как не ввалиться в лжесмирение. Вот эта грань. Через служение мы обретаем все качества. Через преданное служение. Просто развивать качество будет, как ты сказал, невозможно. Майя тут же нас поймает. Предположим, я сегодня развил смирение. Я буду так и думать. Я смиренный. Все, это уже ложное. Сразу же. Вообще об этом не нужно думать. Нужно быть, я слуга. И все. Слуга Кришны, гуру всех вайшнавов. Слуга, вот, неси. И помните об этом своем положении. Это и есть смирение. И само служение должно быть. И через это служение качество всегда будет поддерживаться. Пока я занят служением и помню, что я слуга, смирение будет развиваться. Но как только придет мысль, сколько я уже служу перед этим, о, сколько у меня уже смирения. Все, опять нужно заново начинать. Гуру Махарадж, я хотела уточнить, говорить о том, что наше служение должно быть непрерывным. Что? Служение должно быть непрерывным. Если погружаться в этот момент, то видишь, что оно прерывается. То ты там в интернет залезешь и зависнешь на полчаса, то и какие-то вещи ты не связываешь с Кришной. Простые бытовые, например, типа там мытья посуды или везешь ребенка в школу. Как-то оно не очень связывается. Вот как выйти на вот этот уровень непрерывности? Нет. Не так. Это несколько умозрительная вещь, то, что ты сказала. Непрерывное преданное служение сначала относится к дозировке. Предположим, человек заболел, ему нужно лекарство. Врач должен назначить дозу и регулярный прием. Почему? Зачем? Чтобы доза присутствовала круглые сутки в организме. Необходимая доза. Но принимает он, скажет, 2-3 раза в день лекарство. Но в крови находится постоянно. Значит, непрерывно.
Значит, если у тебя 16 кругов минимум, внимательно стараешься это делать, то эта доза достаточно, чтобы ты в течение суток этих была в сознании Кришны. Что бы ты ни делал. Вот что такое непрерывное для нас. Регулярная садхана. А то, что ты имеешь в виду, непрерывное служение, это память о Кришне непосредственно. Это экстаз. Это придет позже. Сначала садхана бхакти. Садхана бхакти, когда доходит человек до сатвагуны, он обретает счастье. Счастье и знание связывают с Кришной. Через счастье и знание связывают с Кришной. Потом идет дальше уже. Независимо ни от счастья, ни от знания, там пробуждается бхава. Он может думать, что он ничего не знает о Кришне при этом. Пробуждается любовь, и он говорит, я не знаю о Кришне ничего. Сначала садхана бхакти. Гуру Махарадж, Хари Кришна. В начале лекции вы сказали, что любые наши потери, они происходят из-за того, что мы не умеем терпеть. А как научиться терпеть? И делать терпеть это как-то как? Правильно. Ну так ты же уже это делаешь. Ну сколько тут сидишь и терпишь? Нужно было вытерпеть Кришна сначала, но вытерпеть Бхагавад-гиту, долгие комментарии. Ты сидишь на полу все это время терпеливо. Вот так ты развеешь терпение. А если в каких-то жизненных ситуациях как научиться терпеть? Точно так же. Просто терпеть. Представь, что ты сидишь, кушаешь Бхагавад-гиту. Кто-то на тебя нападает, скажем, критикует. Ну, это Махабхарата, дуретвина. Вот. Нормально. Так ты читаешь Махабхарату, ну, страницу перелистываешь дальше там кто-то. Потом видишь карну, там перелистаешь, там Ютиштира попадется. Вот разнообразная жизнь. Наблюдай. Мы тоже как живем, как в Махабхарате, те же самые принципы там описаны для нас. Гуру Махарадж, мы недавно читали историю Шрилы Прабхупады, Тривикрама с вами Махарадж рассказал. И там была такая ситуация, что Тривикрама с вами Махараджу поручили делать массаж Шрилы Прабхупады, а он не знал, как это делать, и делал это впервые. У него не было навыков профессиональных, как это делать. И он сказал Шрилы Прабхупаде, вот я сейчас пойду в библиотеку, возьму книгу, научусь делать массаж профессионально. Он говорит, если ты будешь читать Бхагавад-гиту, то ты сможешь правильно сделать массаж. Получается, как вот в дух Шрилы Прабхупады, что мы просто должны делать служение с преданностью, но если правильно мы поняли. Но, например, сейчас вы говорите, что чтобы проповедовать, чтобы наилучшим образом свое служение совершать, нужны определенные навыки в материале жизни. Вот как это совместить? Вот это ничего не понял. Настроение Шрилы Прабхупады, ну то, что мы просто можем читать Бхагавад-гиту, и все получится в служении. Но при этом мы должны все-таки быть профессионалами. То есть не обязательно идти в библиотеку и учиться чему-то, как делать массаж. Ну, на примере этой истории. Здесь имеется в виду наука взаимоотношений. Бхагавад-гита — это наука взаимоотношений со Всевышним. С этой точки зрения. И если ты познаешь науку взаимоотношений, то ты можешь использовать свои навыки успешно в любой области. Преданные санкиртаны, поскольку они годами распространяли книги на улицах, они становятся экспертами во взаимоотношениях с людьми. И после этого, даже не имея профессии, они успешны в любой области, потому что могут строить отношения. Это Бхагавад-гита. Вот что имеется в виду. Если ты умеешь строить отношения, навык приобрести несложно будет. Научиться чему-то. Разве нужно учиться так долго, чтобы профессию какую-то приобрести? Например, мой отец был полуграмотный, он писать умел. Закончил несколько классов. Была война, и, собственно, он не смог учиться.
его сразу вот, ну, работать начал водителем всю жизнь. Бабка, две бабки. Одна вообще писать не умела. Первый класс не закончила даже. Вторая как-то писала по зрительной открытке, не больше. И что-то читала. Все были неграмотны. Мать была самая образованная в нашей семье. Она закончила школу. Еще там какое-то там среднее учебное заведение. И у нее была такая работа хорошая. Вот она была самая образованная. Теперь наше поколение, мы их дети. Мы пошли в школу. И нам говорили, вот школа откроет перед вами жизнь вообще. Все даст, понимаете, вам. Вы будете учеными, вы будете то, вы все. Там нас настраивали таким образом. Заканчиваем школу. С такими мыслями, что теперь все же пойдут в жизнь, понимаете? Мы же теперь образованные люди. Учиться, учиться, учиться. Это было везде написано, во всех городах. Ленин подписал это все. Учиться, учиться, учиться. Все учились. И нам всегда говорили, что после школы хорошо заканчивайте, потом пойдете дальше учиться, там, кто куда. Высшее учебное заведение, пойдете в мир, там будете учеными, будете ну, такими там, известными людьми, все будете прославленными. Вот такой настрой был у нас. 10 лет. Потом кто-то 5 лет еще училище, потом 5 лет еще института. А потом мне эта женщина сказала, я потеряла столько времени. Мне нужно было строить личную жизнь, отношения. Я бесполезно провела все эти годы. Я потом смотрю, однокашница, иду в магазин. Она училась. Одна из передовых была учениц. Пятерки, четверки, пятерки, 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 четверки, пятерки, пятерки, четверки. Блестяще все. Сидит на кассе в магазине, работает. Я не мог связать, а зачем было столько учиться? Быть отличником и все остальное, добиваться этого, чтобы он сидит просто на кассе работает. А для чего это все? В моем классе была девчонка, которая еще ходила в музыкальную школу вообще. Пианино там. Ее тоже пророчили что-то такое. Я ее потом на рынке увидел, она торговала сапогами какими-то женскими. И все. Это все, ничего. Это навыки. Выбросьте иллюзию. Научитесь чему-то достаточно. Дальше просто сами совершенствуйтесь. Кришна говорит, я рассказал эту науку взаимоотношений со Всевышним, Богу Солнцу и Васвану Первому. А что такое Бхагавадгита? Солнце светит, это Бхагавадгита.